Привет, друзья. Ну вот так попробовал крайний день, ну последний день охоты, этого зайца взять. Я уже там вам показывал лыжи мои. Я его за зиму, ну вот это наверное третий или четвертый раз пытаюсь взять. Сейчас где я предполагал, что там лёжка, я краем глаза увидел, что что-то мелькнуло белое. Но он даже не садится. Я его и с мелкашкой пытался взять. Вот сегодня взял таки дробовик. Думаю, мало ли, может куропатки поводутся. Или вот этого зайца попробую. И не удержался. Он меня прогнал вдоль дороги, наверное, с километра. И потом в лес утащил. Ну вот поднялся. Никогда даже с мелкашкой я ходил. Он даже в оптику мне не попадает. То есть так срывается, рано уходит. Ну, видите, тут и местность такая. Лесок. Как увидишь, тут не степь. Он срывается, уходит, ты не видишь даже. Ну, и по следам только вижу, что следы свежие, рыхлые. То есть, что он уже ушел. Ну, все, иду по следу. Хотя я понимаю, что это бесполезно. Он настолько профессор. Взять его не удается никак. Ну, ладно, друзья. Наверное, все. Я так понимаю, что он мне больше не позволит ничего. Берегите себя. До встречи. Гаденыш ты, бля. Никак не попадается мне на выстрел. Галопом идет. Просто сваливает. Невиданную даль. Он как прыгает. Поводил меня за нос. И к дороге вернулся. Сейчас ее пересечет. И так далее. Вот так. Этот заяц уже много лет здесь живет. Ну как, последние года 5, наверное, точно. Видите, какой след большой. Никто его взять не может. Такой ядреный чувачок. Профессор, короче. Одним словом. Никак ты к нему не подберешься. Ни с нарезным, ни с дробовым. Так что вот так. Вот так. Вот так, вон он выскочил, ага, вижу. Он даже не сидит, вот он перескочил через дорогу и шуганул. То есть он даже шанса никакого не дает. Вот такой чувак. Как ты его возьмешь? Даже бесполезно. Надо закончить об этом мечтать. Но попытку сделал. Что ж теперь сделаешь? Хотелось как лучше с этим зайцем, получилось как всегда. Сейчас обойдет меня и вон там где-нибудь выпрыгнет и пойдет назад к себе. Пойдет к себе домой. Вот такой вот чувачок. Обалдеть.